потом мы в бункере, короче, тут расстреливали людей. Дегустация пошла. Пошло? Привет всем. Пошло. Вторая попытка попасть в город Казань с гастролями. Сегодня она должна увенчаться успехом. Или просто увенчаться, как в прошлый раз. Не, ну в Сочи удачно. Да. Все было. В Сочи отличные гастроли, отличная фотосессия. Скоро все это будет выложено. Отличная фотосессия. Практически весь альбом сочинили в дороге на гастролях. Новость какая-то. С Вовой, что ли? Тобой. Вы, кстати, когда начинаете свои вот эти вот темы музыкальные, так интересно, но так ничего не понятно. Это как на интервью, когда Утынку, да, тогда? Ты была. Да, на да. Интервью. На интервью Утынку посмотрите. Я тебя пересматривал недавно. Я там как будто в астрал впадала, да? У тебя заинтересованность была. Тебе было интересно, но непонятно. Да, да. Правильно сейчас выразила. Я сегодня плохо спал. Мне снился сон. Uh-huh. Но я не спал. Но, точнее, я думал о том, как нам двигаться дальше. Uh-huh. И действительно, нужно нам сольное плавание. Будем создавать новый русскоязычный проект. А мои тексты ты читал? Годные вообще, как думаешь? Я стихи пишу тут. Да? А как я их буду читать? Ну, вообще, как... Или музыкант вообще не воспринимает... Стихи как стихи, надо обязательно на мелодию. Не, наоборот, стихи как стихи именно прямо в печатном виде я воспринимаю. А в тексте, вернее, в песне я их слышу наоборот. Как вокальную мелодию, то есть как инструмент какой-то. Вот. Я вот, что, собственно, хотел поведать господам подписчикам. У нас успешно уже как бы состоялся этот проект, масштаб-проект «Шазам». В принципе, мы выжили из него все, что возможно. Будем также продолжать там корпоративчики, там баблишко рубить. Вот. Но теперь будем вторгаться в новые среды. И по средам. Да. Все-таки нужно сделать русскоязычный проект. И для этого уже есть название проекта. Хорошо, что я тебе написала его в WhatsApp, потому что я забыла уже. Я сегодня об этом думал. Ты же не помнишь название? Нет. А англоязычные вот эти вот электронные хиты также будем периодически там делать синглами и все. В рамках того проекта, который был под нашими сольными псевдоименами. В общем, сегодня будем играть авторские песни. Запишем что-то. Да, что-то запишем. Найдется. Ко мне придут люди, меня знают, я человек известный. Вот, придут разные. В казанской диаспоре, да? Да. Ну, вот, поэтому попросим кого-нибудь снять. Ну ладно, я буду следить, короче, за временем, потому что я боюсь, что там с посадкой выключаемся. Вроде как успеваем. Прямо у выхода ждем. Как никогда, за 6 часов уже Регистрацию здесь. Прошли за 6 часов, а посадка через 2 часа. Но мы уже на месте. Казань, ждите нас. Вернее, или не ждите. Это будет выложено уже после того, как они нас дождались. Да, или не дождались. То есть спасибо за то, что дождались или не дождались. Дождались, как правильно? Первое, не дождались. Дождались. Спасибо за то, что дождались или не дождались. Дождались? Да. Еще раз дубль. Так что спасибо за то, что дождались или не дождались. Короче, решили добираться на автобусе. До Казани, потому что на самолет можно опоздать, не успеть. На автобусе уж точно. Ну чё ты? Ага, ты уже нашел свое место. Сейчас тебя отберут телефон, ты нельзя снимать. Рама, короче, со мной рядом не посадили. Ну и слава богу, почитаю книжку интересную. Детектив. Драматургии в этот раз. Я хотела твое слово украсть. Я хотел сказать, что прилетели. Да, это Казани. Никого не интересует. Уже. В этот раз удача. Да. Вот, багажа у нас нет, вот есть такая сумка. Там как все прибор. Нет? Там мои наряды концертные. У тебя багаж есть? Да нет, нет. Ага. В общем, сейчас вызываем. За нами лимузин заезжает. И едем сразу на площадку. Спалился. Минус 40. 4. Минус 44. У нас есть 4 часа, 4,5 до концерта.
Поэтому... Рам, здесь нас не арестуют? Здесь нет. Да. На улице можно. А то вдруг и здесь снимать нельзя. Мы будем искать приключения. Обязательно запишем что-то интересное. Хоть бы. Так, ну что, мы удачно добрались до Московской 20, Чайханы номер 1. Ничего интересного не увидели по дороге от аэропорта до сюда, да? У меня сестра спрашивает, Казань красивый город? Казань красивый город. Не знаю. Безусловно, он красивый. Я не знаю. Даже в темноте. Ну, вот место, в которое нас посадили, очень красивое. А вместо того, чтобы в телефон пялиться, когда мы ехали, нужно было посмотреть в окно. Да нет, там поля, леса и степи были. Нет, честно. Не видел. У нас был саундчек, кстати, пару слов о саундчеке. А он длился сколько? 2 минуты? И 13 секунд. Это наш рекорд по долготе. Те. Звукорежиссер предложил следующее. Он предложил Алене отыграть сет с диджеем. Выйти с радиомикрофоном и почекать свой звук в зале. Предварительно он еще задавал вопросы по эквализации вокального звука. Я даже слова-то такого не знаю. Какие эффекты, какая эквализация, по частотам, что поднять, что, в общем-то. Я узнала новое изучать. Слово «компрессия». Сейчас спрошу у Рамы, что это такое. Сейчас я в Википедию пока залезу. И все, и концерт сегодня состоится. А тут, смотрите, все по-новогоднему. В общем, еще Рождество и Новый год никого не отпускает. Там кнопочка есть, которую можно нажать. Давай. Суп. Где мой суп? Слушайте, наконец-то нас оценили по достоинству. Решили нам подогнать... по Мерсу. Я себе вот это выбираю. Ири-ри-ри. Новогодний подарочек. А ты? И вот этот. Черненький. Черный и белый. Так. И вот этот белый? Два тебе разрешили? Да. Блин, тогда я забираю еще вот эти подарки из багажника. Ну все, короче, мы в расчете. А то все за еду, за еду. Пойдем играть уже. За все. Депозит. Хватит. Поесть, чуть-чуть играть пойдем. Хочу показать. Вот такой вот став. Раз. Угу. Два. Угу. И три. То есть то, что ты ездишь без багажа, летаешь, да? Без гитары, без багажа. Все теперь здесь.
общем, мы наконец-то выбрались из нашего заведения. Короче, отыграли, идем в бар. Какой-то секретный, короче, бар. Бункер. Крафтовый. Куда Рам меня повел? Зачем? Здрасте. Привет, привет. Здесь расстреливали людей. Да? С нами все будет в порядке, Рам? Обстановочка. Слушайте, ну вообще прикольное место. Ну что, мы в бункере, короче, тут расстреливали людей. Надеюсь, нас оставят в живых. Наконец-то что-то интересное. Сейчас трешачок начнется. Трешачок начнется тогда, когда мы на самолет забудем поехать. Ну что, давай, дегустация пошла. И никто не поверит, что там было пивко, друзья. Пивко пьяно. Вот такими порциями в Казани пиво наливают. Не 0,5, как у нас там. Да. У нас даже не 0,5, у нас 0,44 стало. 0,44. Я еще и жалуюсь. И в десятке яиц 9, да? Да. Ну-ка, пожалуйся на Путина. Не. И вырежем. Смотри, Рам как-то похорошел при Собянине. Вообще. Все кончено. Все. Штопанный самолет. Я чуть прикорнула на рукаве. В кафешке. Да, потому что завтра ожидает меня бессонный день.